Праздничный звон колокольчиков прокатился сегодня по всему Сочи. В этом году городские школы принимают на 5000 учеников больше. В Дагомысской школе на торжественную линейку напротив нового корпуса выстроили 7 первых классов. Для первоклашек сегодняшний день особенно волнительный. И тем не менее улыбка не сходит с лица. Сегодня их встречают как героев дня, вспышками фотоаппаратов и поздравлениями. Еще вчера школа была в рассказах родителей, и вот все по-настоящему. Букет цветов, портфель, первая учительница. Ну ты готовилась к первому классу? Да. Как готовилась? Читать, писать уже умеешь, расскажи? Что ну нет, там будем учить. В школе научусь читать. Я буду хорошо учиться, чтобы получать пятерки. Мама нам писала примеры, мы стихи учили, писали цифры. Два раза стишки выучили. Мне все нравится в школе. Она просто блестит на солнце. Она очень красивая. Мы когда смотрели, все внутри просто так прохладно и здорово. И весело. Мы хотим очень сильно в школу. Мне не терпится в школу пойти. Отправлять детей в такую школу – одно удовольствие, признаются родители. Елена Тарасова День знаний в 82-й школе отмечает последние 10 лет. Сегодня в первый класс она привела своего младшего, третьего сына. Это третий раз в первый класс, у меня еще двое старших, поэтому как бы нам проще. Первый раз в новую школу, да, мы вообще счастливы и рады, потому что мы думали, что будет очень, ну, тесно и все, а здесь так просторно и хорошо вообще. Спасибо большое. С приподнятым настроением новый учебный год начинают и учителя начальных классов, для которых День знаний стал еще и новосельем. Я 32 года работаю в этой школе с первого дня. Мы так рады, что мы вовремя оказались в нужном месте, в нужное время, и у нас появился новый корпус. Он будет принадлежать именно начальной школе. Здесь будут учиться детки с 1 по 4 класс. Классы были переполнены, чтобы разгрузить основное здание, чтобы не было у нас второй смены. Теперь у нас школа с 1 сентября садится в одну смену. Мне очень повезло. Я знала, что будет новая школа, и я очень стремилась сюда попасть. Если школа укомплектована всем необходимым, это только плюс большой в работе любого учителя. И она оснащена новейшими технологиями, что помогает учителю. Те же самые интерактивные доски, компьютеры, принтеры. Строительство пристройки к 82-й школе лично контролировал глава города Сочи. Впрочем, как и строительство всех пристроек, школам и детским садам. А их сегодня в Сочи десятки. Темпы по строительству образовательных учреждений взяты колоссальные. За 10 лет на курорте построено 10 школ и 36 детских садов. Количество учебных мест в школах катастрофически не стало хватать. Именно поэтому у нас стоит задача увеличивать строительство и бороться с этими рисками. И уже на следующий год мы будем строить новую школу на Мамайке, будем строить новую школу в Красной Поляне. Уже в следующем году мы сдадим новую школу в Америкинской низменности. И такой процесс будет продолжаться, потому как действительно жизнь требует этого, потому что растет количество наших жителей. О том, что среди учащихся много иногородних, мэру рассказывают сами школьники и проводят своеобразную перекличку. Лизунь, ты откуда? Из Москвы к нам приехал. Из Москвы? А ты откуда? Из Челябинска. А ты тоже из Челябинска? Да ты что? Мы теперь с вами одна родная семья. Кто-то приехал, кто-то здесь родился, кто-то еще приедет. И все они наши будут друзья и братья, правда? Я здесь родился. Ну вот молодчина. В этих коридорах Пахомов был десяток раз, контролировал процесс и сроки сдачи объекта. Сегодня оценил обустройство классов и лично поздравил школьников с началом учебного года. Мэр пожелал ребятам успехов не только в учебе, но и в спорте и подарил спортивный инвентарь. Галина Моисеева, Инга Габеша, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.